этого мальчика погладила, он очень добрый. Воробьиха, воробьенка, выводила полетать. По дороге потихоньку начинала объяснять. Чирик-чирик, это кошка. Это кошка? А это Лёшкина кошка. Лёшка любит нас с тобой. Лёшка кормит нас зимой. Вот какой добрый мальчик. Хороший мальчишка Лёшка. Воробьиха, воробьёнка выводила полетать. По дороге потихоньку начинала объяснять. Это кошка. Это кошка? Это Лёшкино окошко. Лёшка любит нас с тобой. Лёшка кормит нас зимой. Ой, не боюсь, конечно. Давай. Мама, а тигр на ёлке нашей настоящий? Настоящий? Дикий и злой и кровожадный. Хм, но он же шоколадный. Я снимал его и трогал. И попробовал немного. Не люблю я сладкоежек, мне сказала мама строго. Мама, тигр на елке нашей настоящий, дикий, злой и кровожадный. Но он же шоколадный. Я снимал его и трогал, и попробовал немного. Не люблю я сладкоежек, мне сказала мама строго. Она не хотела, чтобы он елочку, с елочки что-нибудь снимал. Какая у нас буква? Это А. Апельсин. Что это? Ой, мне так нравится эта сказка, давай. У Марфы на кухне стояла лукошка, в котором дремала домашняя кошка. Где у нас домашняя кошка? Вот она у нас желтенькая, еще ягодки не кушала. Лукошка стояла, а кошка дремала, дремала на дне, улыбаясь во сне. Марфута с лукошком пошла к леснику. С лукошком, где кошка спала? На боку. Марфута не знала, что кошка в лукошке дремала, на дне улыбаясь во сне. Лесник, насыпая малину в лукошко, с болтливой Марфутой отвлекся немножко. Лесник не заметил, что кошка в лукошке, хихикает тихо, а чмокает лихо. Лесник не заметил, что кошка в лукошке дремала на дне, улыбаясь во сне. А кошка проснулась и выгнула спину и пробовать стала лесную малину. Как вкусно! Никто не заметил, что кошка в лукошке хихикает тихо, хихи, а чмокает лихо, кушает малину. Лесник сковородку с грибами приносит. Марфуту любезно позавтракать просит. Марфута наелась маслятами на год, а кошка малиновой стала от ягод. Была желтенькая, стала красненькая, видишь? Марфу, малиновый зверь на малиновых лапах. Ах, какой благородный малиновый запах. Марфута подходит и видит в лукошке улыбку усатой малиновой кошки. Таких не бывает, Марфута сказала. Такие бывают, ей кошка сказала и гордо малиновый бант завязала. Таких не бывает, Марфута сказала. Такие бывают, ей кошка сказала и гордо малиновый бант завязала. А это у нас про ворону одинокую и про доброго мальчика, который ее кормил бутербродом с колбаской. Давай про ворону. Ага, вижу. Сидела ворона на старой сосне и хлебную корку жевала. Корочку дай покушать. Была она жизнью довольна вполне.
а лучшей судьбе не мечтала. Ей домом служил деревянный карниз. Карниз — это вот такая вот палочка деревянная, и там можно спрятаться птичке, вот здесь вот. Ей домом служил деревянный карниз, а крышей просторное небо. Смотрела ворона на всех сверху вниз и нюхала корочку хлеба. Нюхала корочку хлеба. Погода в то утро была хороша. И солнышко в небе светило. Вот солнышко, видишь? Но не с кем пойти поболтать по душам. Ворона росла сиротливо. Давно-предавно, перестав быть яйцом, ворона не помнила детства. Два стеклышка, брошку и перстень с кольцом имела ворона в наследство. Сидела ворона, скучала одна, и вдруг из окошка напротив просунулась детская чья-то рука, а в ней с колбасой бутербродик. Ворона, пожалуйста, съешь бутерброд. Ты очень хорошая птица. И если ты хочешь со мной дружить, мы будем с тобой водиться. Мальчик дал бутерброд вороне. Вкусно! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ворона растаяла от теплоты. И в клюве улыбка светилась. В душе у нее распускались цветы. Ворона чуть в пляс не пустилась. И преданность дружбе храня до конца, в которой великая сила. Два стеклышка, брошку и оба кольца она малышу подарила. Смотри, подарок какой, золотое все. На, мальчику. Ворона подарила все свои драгоценности, которые у него в наследство были оставлены. Мама и папа. Сейчас мы дадим другое стеклышко. На. На. Ой. Держи подарок. О! Немедленно руку свою протяни тому, кто скучает и плачет. Так было, так будет. Ведь в дружбе, в любви не может никак быть иначе. Видишь, какой мальчик добрый. Ворону бутербродиком накормил. Ворона растаяла от теплоты. Хороший мальчишка, давай погладим. Молодец! 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 Волк! Давай, мистер Сноу! Мистер Сноу! Мистер Сноу! Сноу — это снег. Сноу! Мистер Сноу! Мистер Сноу! Вы придете в гости снова! Давай часики нарисуем. Через час. Видишь, часики. Через час. Даю вам слово. Ой, вот спасибо, мистер Сноу. А почему, ребятки, просят снег вернуться? Больно. Чтобы кататься на санках. Чтобы строить снеговичка. Мистер Сноу, мистер Сноу. Вы придете в гости снова. Через час. Даю вам слово. Вот спасибо, мистер Сноу. Та-т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 а
Оу. У меня...